Народ, всем привет! 2 недели у нас было тут жары, а сейчас у нас похолодало. Было все под 40, а сейчас вот в теплице 15 градусов, на улице где-то 7 градусов. И как обогреть теплицу? Вот у нас вот помидорки. Живу я на севере России. И решил я, знаете, как вот таким вот образом. Взял вот мангал свой, на котором я жарю шашлыки. Вот на улице идет дождь. Вот слышно, да? Так. Сейчас не ливень, до этого ливень шел. Взял под укрытием, доски накидал. У меня старых досок дофига. Тут целая куча. Вон. Не знаю, через теплицу, наверное, видно. Вон целая куча. У меня, ребят, получается обогрев теплицы бесплатно. Вообще 0 рублей. Это старые доски, которые вообще можно выкинуть. Там гнилые, полугнилые всякие есть доски. Но я их взял, поджег вот в этом мангале. Они у меня когда погорели, ну так сказать, более-менее прогорели, остались одни угли, чтобы дым не шел. Я вот эти угольки взял, занес в теплицу. Ну, считайте. Сейчас они будут вот так тут тлеть. Еще в течение там полутора часов, наверное. Они вот красные, раскаленные. Не знаю. Снимаю с телефона. Вот. И получается, в теплице будет тепло. И потом, когда они полностью все сгорят, ближе к вечеру, сейчас у нас это день еще, ну, на улице прохладно стало. Я говорю, так резко пошло. Даже, ребят, вот не поверите, сегодня шел снег. С утра шел снег. Это офигеть. Хотя до этого было за 30-ку в тени и, на, так сказать, под солнцем было, под прямыми лучами солнца было 40 градусов, а в машины прогревались у нас даже до 60 градусов, ну, по датчикам. И вот я просто доски попилил, в мангальчик этот положил, поджег, они прогорели, и остались одни угли. Вот эти угли я занес в теплицу в мангале. И все. Я тут вот на расстоянии метра сижу от теплицы, вот. Я чувствую жар. Я вот, ребят, не знаю, вот вы видите, нет, я вот телефон подношу, но сейчас температура, после того, как я сказал, вот снимаю, я сейчас скажу, 2,5 минуты, было 15 градусов, уже 20 градусов. Вот, пошел жар. Но это я понимаю, что многие скажут, это жар воздуха, еще чего-нибудь такое, что земля там, типа, другая температура. Это я все, ребят, понимаю, но все равно... Согласитесь, это хоть какой-то обогрев теплицы. И он получается бесплатный. Потому что вот те доски, вот я еще раз показывал, видите, куча, да, досок. Я бы их просто выкинул. Вон домик у меня еще такой маленький. Вот эти доски я просто кусками пилю. Буду пилить, поджигать. Вот сейчас это все прогорит. Ну, тепло останется тут. Вынесу опять. Опять на улице подожгу, досочки нарежу. Накидаю, все, они опять прогорят на ночь. И сюда, видите, никакого дыма, ничего нету. Чисто одни угольки. И все, они дым, ничего, я просто вот вижу. Не знаю, на телефон передается, нет. Вот видно, что жар, когда идет от мангала, когда шашлыки жарите, воздух такой как бы передвигается, как мираж. Вот сейчас такое происходит. Вот, ребята, это бесплатное отопление теплицы. Ну, конечно, оно трудоемкое. Никто не спорит, потому что на мангал надо будет опять вынести. Потому что если вы доски, когда сжигаете, там дрова, так сказать, у вас все равно идет дым. Я не знаю, насколько благоприятно, неблагоприятно для растений, чтобы дым был, если тут, например, их сжечь. Я бы не хотел сжечь тут, просто потом дымом будет вонять, наверное, неделю, если не продуй потом помещение. Так, вот, самое оптимальное решение для обогрева теплицы, когда вот прохладно, это брать какую-то емкость, в ней сжигать ненужные доски или еще какие-то деревянные предметы, а потом, когда у вас угли образовались, эти угли заносить в теплицу. Ну, конечно, надо аккуратно, чтобы не обжечь руки. Так, уже 22 градуса. Ну, вот, я вот не знаю, я просто вижу, просто градусник, и мне показывают, что черный. Я не вижу вот температуру точно. Ну, ребят, на 7 градусов поднялась температура. Через, ну, можно сказать, вот сейчас будет 5 минут, как я снимаю. Вот
на 7 градусов температура поднялась у нас в теплице. Так что, ребят, пробуйте таким образом, хоть каким-то, это получается мне бесплатно вообще. Всякую труху накидал туда, поджег, она сгорела и обогревает. Потом ближе к вечеру уже как там опять сожгу несколько кусков досок и занесу сюда в теплицу, чтобы прогреть теплицу. Потому что хоть каким-то образом прогреть, потому что я говорю, я живу на севере России. У нас как бы это сейчас что-то арктический там ветер или что, что на улице на улице плюс 7 градусов, но с утра шел снег, ребят. А до этого было вчера 30 градусов в плюсе в тени, и на солнце было 40. Все, ребят, кому мой способ понравился, ставим лайки, подписываемся на канал. Все, всем пока, до встречи на канале.